В этой серии вы увидите. Он вот подбежал, все, прикладом стукнул, все. Да, это шикарный. Ой, блин! Понеслась, понеслась. Да, против дробовика не попрешь. Тебя я тоже не смогу спасти. На всякий случай я их поубиваю. Смотрите, они пытали Вортигонта. Так, что-нибудь. Опа! Она мне сделала выход. Находимся в цитадели. Смотрите, здесь эти советники. Привет, друзья, с вами Xabyte, всех рад видеть, и сегодня мы с вами будем играть, будем смотреть челлендж по Half-Life 2 эпизод 2 от известного сайта, который постоянно устраивает эти челленджи. Как вы можете видеть, в менюшке у нас уже идет четвертый челлендж в рамках Кубка Лямбды 2018 года, называется он Fuzzyville. Суть челленджа в том, что мапперы должны были создать карту, по прохождению которой мы должны придерживаться некоторого плана. Первая фаза — это у нас поиск, вторая фаза — это у нас создание чего-либо, третья фаза — это у нас выжить. Игроки не имели права менять порядка фаз, плюс еще был ряд некоторых условий. В общем, давайте смотреть. Мод у нас содержит 15 карт. Вот они все здесь находятся. И у нас еще есть 16-я бонусная карта. Чувак опоздал на сам конкурс и выложил ее уже после. Но его включили просто как поощрение в общий пак. Итак, ребятки, у нас челлендж этот закончился уже неделю назад. И уже известны все победители. Поэтому мы сейчас пока не будем смотреть все карты подряд. Мы посмотрим сразу выигравших. И начнем прямо с первого места. Вот она, глава 4. Тут, к сожалению, не видно название карты. Я сейчас ее прочитаю. Называется она у нас... С английским у меня плохо, называется Mutual Place. Ну, вы, собственно, сейчас сами увидите. Так, вот она. Мы загрузились, ребят, в некоем пропускном пункте в непонятном. Похоже на здание вокзала. Скорее всего, оно и есть. Я вчера здесь немножко побегал. Что могу сказать? Карта реально шикарная. Она заслуженно получила свое первое место. Как вы могли сейчас слышать, играем мы за Фримана. Нам тут NPC пытаются что-то объяснить, что-то рассказать. Здесь используется оригинальный амбиент, оригинальный саундтрек. Очень шикарно. Ребят, я прям вот окунулся с головой в эту атмосферу. Давайте искать выход. Видите, нам не везде здесь разрешено проходить. Вот ведут уже партию заключенных из блока в блок. Но нам не туда. Мы сейчас пойдем своей дорогой, как всегда. Да, ребята, это вообще шикарно. Играть лучше, конечно, с офигенной акустикой в наушниках. Oh, I thought you were a cop. Чуваки, дорогу подскажете? Нет, они не хотят с нами общаться. Смотрите, элитники куда-то побежали. А давайте за ними. А не судьба. Тут, смотрите, жизнь идет полным ходом. Все чего-то ждут. Ждут своей участи. Телеков тут нет, поэтому посмотреть нечего. Второй канал здесь не ловит. Эти ребята пытаются что-то получить. Жалко, у нас с английским туго, поэтому непонятно,
что он хочет получить у этого метрокопа. The line starts at the end. Отойди. Нам, собственно, туда, нас сейчас туда спокойненько пропустят и дверку за нами закроют. Все, мы попались, назад мы уже не выйдем. Нифига он меня через дверь толкнул. Ничего себе. Ух, ё, даже еще и электрошоком. Окей, я пошел. Смотрите, нам вообще в тот лифт? Я хочу проверить двери, двери закрыты. Ладно, идем в лифт. Может, что-нибудь хоть взять, даже ничего не дают с собой. Так, смотрите, здесь еще есть два таких же, как мы. Сейчас, без спойлеров, сейчас будет очень прикольный, неожиданный моментик. А где его оружие? Смотрите, он такой прям самоуверенный, без оружия нас везет. А зря. Абсолютно непонятно, о чем переговариваются люди. Но я так думаю, это оригинальные диалоги, созданные специально для этой карты. Но могу и ошибаться. А вот и не. Вот и нежданчик. К сожалению, оружие нам не дадут, поэтому мы пока так. Вместе со всеми без оружия. О! Смотрите, тут пытошная. Причем пытали здесь метрокопа. Я даже не знал, что тут дверку можно открыть. Здесь еще один у нас убитый валяется. Газетку можно почитать. Вообще очень шикарно. Прям-таки, знаете, как будто бы оригинальный Half-Life 2 во всей своей красе. Я буквально сегодня читал комментарий. Там фейковая новость про Half-Life 3. Якобы опять там всплыла информация, что она выйдет там когда-то или не выйдет. Смотрите, здесь... Я вот не понял вообще, кто здесь за нас, кто против. Нас тут закрыли. Очень даже странно. И вот этот чувак нам... Типа говорит, вали отсюда. А они все тут останутся. Конечно, интересно бы узнать, что тут вообще творится, но мы пойдем. Смотрите, эту дверь за нами тоже сразу закрыли, выйти не дают. Так вот, я сегодня читал буквально комментарий насчет Half-Life. Там какой-то хейтер написал, что игра говнище полнейшая, ничего в ней вообще интересного и хорошего нет, и никогда не было, и что... Молодежи на нее уже вообще посрать, все играют в дотку и прочее, прочее. У нас, ребят, нет даже фонарика. Мы занимаемся любимым делом Гордона Фримена. Лезем через вентиляцию. Там вон бегут уже, непонятно, по нашу душу или нет. Вообще, я думал, что я им на голову прям свалюсь. Но оказывается, нет. Мы сейчас ползем через... технические сооружения, через технический этаж. Смотрите, там вон есть вентиляторик, который нас может убить. Честно, тут вот уже надо думать. Надо думать, потому что я сначала запутался немного, начал искать, где отключить этот вентилятор. Нам, собственно, сюда вообще сейчас не нужно идти, я вам просто покажу, что здесь есть. Здесь у нас лежит арбалет, который мы, видимо, получим. Стоит, ребятки, отметить, что автор здесь очень умело впихнул амбиент оригинальный. Прям, ну, сказка, слов нет. Это стоит самому поиграть. Так, ну, сами понимаете, что будет, если мы упадем, поэтому мы аккуратненько сейчас спрыгнем. Причем, я вам говорю, вот этот выход я не сразу заметил, и то, что там ниже еще. Я пошел назад искать там, где выключить вентилятор, естественно, там ничего подобного нет. Так, ладно, аккуратненько спрыгиваем, ползем дальше. Собственно, мы сейчас и отключим эту вертушку.
Так, чувак ушел, нас не заметил, бросил КПП. Выйти мы не можем. Но мы можем попасть вот в эту комнатку замечательную и вырубить нафиг тот злосчастный вентилятор. Тут сейчас мы будем как по лабиринту лазить, собственно говоря. Так, жопой сдадим назад. Мы будем лазить как по лабиринту. И сейчас мы войдем туда, а упадем. В общем, мы откуда-то сверху вот рухнем в эту комнату. Так вот, ребятки, что я хотел сказать насчет Half-Life 3 и ее популярности. Я думаю, Half-Life серия вообще никогда не умрет. А не умрет она потому, что игра реально крутая. Пусть там ее хейтерит кто хочет и как хочет. Игра, ей нет в принципе равных по сейчас. И самое главное, ребят, что она постоянно поддерживается фанатами, которые постоянно выпускают для нее различные карты, моды и прочее. Так, я немножко ошибся, вылезли мы не сверху, а снизу. Так, берем монтировочку. А дальше я уже не играл, на всякий случай сейчас мы откроем дверь. Возможно, нам это пригодится. Ну да, нам это пригодится, потому что я, как сказал, нам придется лазить кругами. Смотрите, ребятки, там у нас костюмчик, мы его должны каким-то образом получить. Плюс там и пистолет. Здесь у нас горел зеленый свет, но уже не горит. Так, ну, видимо, придется нам лезть назад. Сейчас мы посмотрим, тут ничего не появилось? Нет. По Half-Life 2 постоянно бывают не только фанатские карты, но еще и различные челленджи всевозможные. Типа вот этого, в которые можно играть бесконечно. В каждом челлендже огромное количество выходит дополнительных карт. В этом, например, 15 аж. То есть, ребятки, можно постоянно в нее играть. Здесь мы уже должны ломать свою головушку, куда нам идти дальше. Потому что, собственно, идти-то больше и некуда, на первый взгляд. Может быть, нам надо включить назад вентилятор? Так. Давайте смотреть. Может быть, вентилятор не так страшен, как его намалевали. Мы сейчас попробуем в него спрыгнуть и посмотрим, что получится. Если повезет, то он нас просто как в аэродинамической трубе поднимет сейчас вверх. Если нет, нас размелит в кашу, поэтому мы сделаем сейв. Давайте смотреть. О! Блин, это было печально. Я оказался в корне неправ. Вентилятор здесь все-таки очень злой. Кстати, ребят, у нас нет костюма, поэтому у нас нет фонарика. Все очень печально. У нас не открываются двери. Так, собственно, у нас тут ни хрена ничего не работает вообще. Так, а если мы подадим питание, что-нибудь изменится? А, смотрите, прикол, да, мы питание-то общее отрубаем, а не только у вентилятора. Мы глушим вообще все сразу. То-то я и гляжу, у нас зеленая лампочка на посту не горит. Так, это все меняет. О, мы открыли себе костюмчик. Окей. Здравствуй, дорогой мой костюмчик. Какое право эти козлы имели тебя украсть у меня? Так, как вы можете слышать, на нас уже объявили охоту. Скорее всего... Ага, прибежали. Они, видимо, сейчас сюда вломятся.
Я вообще думал, что они прибегут отсюда. Но это, видимо, просто стена. Ух, мой любимый музо. Вот это нежданчик. Да тут у них нычка была. Делов-то на копейку. Надо просто все закутки вбегать. Но это, ребят, проблем прохождения впервые, потому что не знаешь, где какие закутки и что можно ожидать. Да, вот, например, вот такой нежданчик. Так, а что же делать? Разгородить себе дверку вот эту? Окей. Вот, вот единственное, что меня всегда бесило, это то, что они могут, эти козлы могут, значит, прикладом драться, а мы ни хрена этого не можем сделать в ближнем бою. Вот это реально вымораживает. Он вот подбежал, все, прикладом стукнул, все. Вот это реально подбешивает. Ладно, мы не будем сильно высовываться. Так, ребятки, нам сейчас пришлось в тупую просто убежать. Это было выжить. Нам надо было выжить любой ценой. Так, эта дверка закрыта. Я люблю такие зарубы. Опа, гранаточка у нас есть. Давайте искать выход дальше. Знаете, что единственное смущает? Что такое ощущение, что в этом моде как-то оружие смещено, что ли, не пойму. Обычно как-то по-другому. Ой-ой-ой-ой-ой! Либо это потому, что я просто давно в халфу не играл. Так, здесь у нас ничего интересного нет. Вот чертяка! Это вам не баран чихнул. По крайней мере, на харде. Так, по-моему, я наконец-то избавился от пулемета. Нам всего лишь вот туда надо залезть.
Ай, дайте, блин, здоровец-то. Видит око, да зуб не имет. Хрен дотянешься. Так, а почему у меня вот эти ящики не сдвигаются? По одному надо их? Эх, сюда бы гравипушку бы, блин. Каменный век какой-то. Ты откуда собака со спины налетел? Вот не было же вот там. Да, это шикарный. Шикарный мод, шикарный. Ну, в смысле, вот эта карта. Ой, блин! Понеслась, понеслась. Да, против дробовика не попрешь. Так, мы избавились от этого пулемета надоедливого. Подождите, там еще была дверка. Ага, дверка закрытая. Окей. Ух, блин! Бегство не помогло. Это ж надо такую карту было придумать, блин. Просто не дают добежать даже. Причем, так сказать, у меня немало-то шансов и здоровья. Придется нам сначала избавиться от самой главной помехи. А теперь методично попробовать отстрелить остальных. Ой, их тут очень много. Кучнее, кучнее, ребятки, патронов мало. Встаем в рядочек. Так, чувак, я тебя выпустить не смогу, поэтому я пока буду спасать только свою пятую точку. Тебя я тоже не смогу спасти. О, аптечечка. По-моему, я где-то слышал там топот солдатский. Там, смотрите, патроны. Мне, видимо, сейчас придется здесь поплутать. Здесь кто-то спит. Странно, почему он открытый. Здорово, здорово. Блин, я бы вас освободил, чуваки, но... Извиняйте. Мне сейчас вообще не до вас. Я же говорю, я слышал топот чей-то.
Так, сейчас мы подберем все оружие. О, теперь можно идти разбираться дальше. Его бы там взорвать бы нафиг. А что если я ему сейчас... Если я ему туда сейчас гранату кину? Не? Блин, не попал, представляете? Была единственная граната, и я не попал. Да, и самое интересное, что, видимо, гранату и надо туда кинуть. Так. Ох, ё. Нам предлагают спуститься вниз. Давайте спустимся вниз, посмотрим, что там нас ждет. Может быть, тут есть склад гранат. О, смотрите, загрузка. Назад мы уже не вернемся. Называется, что поделать. Ух ты, мы, видимо, сейчас окажемся в Рейвенхольме. Да, ребятки, я советую всем поиграть обязательно. Смотрите, Джиман. Обязательно советую всем поиграть в этот челлендж. Он просто шикарен. Тут вообще не к чему придраться. Ну, шикарен в том плане, что вот эта карта шикарная. Охренеть, лабиринт. Но я уже в каком-то моде видел подобное. Я сейчас вот не вспомню его название, но подобное уже было. Как, знаете, ребят, как прям хоррор, ё-моё. Но здесь вот не хватает зомбарей, как по мне. Слишком здесь пусто. Здесь бы... Да, здесь бы вот ядовитых пойзонов... Ага, вот таких вот poison зомби побольше бы. И еще бегающих. Как-то вот это место у него получилось слишком скучное. Просто проспидранили и все. Так, мы теперь попали в каналы. Ну, в целом, смотрите, мы идем за Джиманом. В целом, ребят, по атмосфере и геймдизайну придраться вообще не к чему. Вот к левел-дизайну можно придраться, потому что мы сейчас... Ой, смотрите, текстурка отсутствует. В общем-то, мы сейчас пробежали абсолютно пустой участок, где даже ни одного врага-то толком и не было. Это очень скучно, очень скучно. Так, выход. А дальше что? Тупик, да? Собственно, ребят, вот этот участок игры очень и очень скучный. Очень. Мы просто идем. Ага, смотрите, тут у нас горячий пар или газ. Пройти мы не можем. Поэтому нам надо лезть наверх. Как говорится, нормальные герои всегда идут в обход. Ага, мы сейчас вот эти все вентиля перекроем. Окей, и можем спокойно здесь пройти, да? Вот, вот, вот об этом я... Ну, почти, ребята, об этом...
Он всего лишь добавил нам почему-то половинку зомби, ну, хотя бы так. Мне даже интересно, а где мы сейчас вылезем? Похоже на Новопроспект. Вот посмотрите, насколько это шикарно все оформлено. Реально просто вот не подкопаешься. Опять там Джиман, он нас ведет как это... Как... О! О, вот что я ждал, вот что я ждал. И то я не знаю, надо ли нам тратить на него... На всякий случай я их поубиваю. Так, как ни странно, здесь даже поживиться-то нечем. Я думал, он что-то охраняет ценное. Ну ладно. Дверка закрыта. Так, я о чем говорил-то? Я говорил о том, что Джиман нас сопровождает как прям Альма в Фире. Ой, я вот... Я, ребят, так и подумал. Слишком это был странный закуток. Я сразу понял, что нас там и положат. Очень уж странный был закуток. Так, мы попали в плен. Офигенно! Куда же нас теперь денут? Наверное, на утилизацию сейчас отнесут. Все, ребят. Mutual Place by Tabayara 77. В общем, нас поймали и... Все, с концами поймали. Мне очень понравилось, очень. Особенно вот этот... Ну, конечно, концовочка там спорная. И вот... Последняя глава, последняя карта, она очень скучная, и, в принципе, можно было и без нее обойтись. Или добавить просто банально врагов. Чувак явно не дотянул немного. Так, давайте смотреть дальше. Вот, Проспект Блю. Так, ребятки, это у нас второе место занял. Ага, и она у нас, получается, на... В бэкграунде стоит. Прикольно. Жалко не понять, о чем они говорят. Так, мы в тюрьме. В камере. Так, и нас бросили. Прикол. Так, там снаружи что-то случилось, наверное, кто-то на них напал. Ого, интересно, смотрите, чтобы освободиться, нам надо раскачать эту хрень, насколько я понимаю. Она ее закоротила, нам теперь надо из нее как-то выпрыгнуть. Ну давай уже, блин, давай. Сколько ж надо раскачиваться-то, чтобы выпрыгнуть-то, а? Наконец-то. Наконец-то нас эта капсула выплюнула. И нам сразу ждали монтировочку. Особо без проблем. Да, ребятки, это очень похоже. Ну, мы же в Новопроспект, я хотел сказать, очень похоже на предыдущую карту. Смотрите, аптечка была на стене просто так. А этот чувак сидит запертый там и ржет надо мной. Но ничего, я до тебя доберусь. Смотрите, они пытали Вортигонта. Возможно, он нам поможет, нет? Чувак, может, ты мне поможешь? Почти, почти, он нам почти помог. Мы теперь можем приманивать жуков. Так, а смысл-то какой?
Тут же двери-то все закрыты. Так, 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 вот это уже интересно. Панелька больше не работает. Такое ощущение, что я где-то что-то я проглядел. Да, вот именно вот это я и проглядел. Давайте мы ему кинем туда. А, ну да, его сейчас жуки сожрут. 100%. Ха-ха-ха. Норм, норм. О! Спасибо, спасибо, чувак. Блин, ребят, я обожаю эту карту, потому что я обожаю главу Новопроспект в оригинале. И в частности из-за того, что мы по ней лазили с жуками. Это очень прикольно. Мочи его, ребятки, мочи его. О, спасибо. Теперь у меня есть оружие. Из-под тишка-то оно интересно убивать, да? Ах ты скотина. Ну-ка пошли, братва, сейчас с ним разберемся. Сейчас я его говном закидаю, а вы его убьете. Чёртова парта. Мочи его! Дубль 2. Так, у меня 5 патронов и... надо сейвнуть. Ну-ка, ребятки, давайте думать, что будем делать. Вообще, я хотел ему туда кинуть сюрприз. Ага. Ладно, сюрприз не помог. Значит, мы пойдем в обход. Скотина! Он мне башку отстрелил. Да, я люблю такие места, в которых надо еще и подумать, как пробежать. Так, давайте-ка не высовываться. Ай, придется пожертвовать нашим товарищам. О! Ну, пришлось пожертвовать, что поделать. Я вас не забуду, чуваки. Блин, да тут что-то... Охренеть, он забаррикадировался. Он, смотрите, он не в курсе, что мы пришли. Так. Минус еще один, ворота открываем. Только почему-то его АВ-2 мне не досталось. Так, у нас там еще один остался. Ладно. Он, судя по всему, ломанулся в обход. Давайте его замочим.
Смотрите, он тут за автомат пришел. Спасибо, жуки. Я, правда, потратил все свое здоровье на это, ну ладно. Так, где моя армия? Ух ты, смотрите, выход на улицу. Ой-ой-ой. Страшно. А как красиво этот свет сквозь окна пробивается. Что такое? Я пробегаю по ящикам. Они не подбираются. Так, сейвнемся. Тварь, мочи. Странно, а где жуки? Ха. Так, один готов. Давай, мочи его. Молодца. И этого мочи, молодца. Немножко они здесь какие-то тупенькие. О, а нам, видимо, туда. Шикарные кадры. Так, побежали, я там видел лифт или что это? Что-то похожее на лифт. Да, лифт. И он нас унесет под землю. Ух ты! Уху-ху-ху-ху-ху-ху! Блин, вот это... Это вообще не дело. Ребятки, чё я мозги-то парю? Я забыл, что у меня есть чем ее прибить-то, блин. Блин, и как ее вот выманить? Конечно, угол стрельбы у нас никакой. Поэтому, ребятки, что мы делаем? Мы просто сейчас спидраном сбежим от нее. И все. До свиданица. Все оказалось проще, чем я думал. На всякий случай возьмем автомат. Мало ли, что тут нас ждет. Блин, ребят, вот это подстава. Должен сказать, очень-очень классный модик. Так, а почему я не могу взять баллон, который с воздухом? Подождите, вот выход. Должен сказать, очень-очень классный мод. Он просто шикарен. Ну, вы уже поняли, как здесь пройти. Тут, скорее всего, надо за... Ух, ёб твою! Откуда она, блин, взялась-то? Блин, я думал, закоротить надо. Ай, блин! Выхода-то нет. Вообще нет выхода. А я подумал, бочка мне тут закоротит что-нибудь. Опа! Она мне сделала выход. Прикольно. Бульк! Это круто. Ой-ой. Лишь бы червяки не напали. Да, ребятки, коротко и ясно. Вот этой карте я бы дал первое место. Реально. Без лишних заморочек, коротко и ясно. Вот это я люблю. Так, и у нас, ребятки, остается третий призер. Название карты Off-World.
Закрытый мир. Так, давайте мы сейчас ее найдем. Да, вот она. Off-World Relocation. Так, мы находимся где-то, блин, в недрах цитадели. В тюряге. И опять нам что-то рассказывают тут NPC-ушки наши, но, увы, мы ничего не знаем, о чем они говорят. Видимо, надо просто подождать. Да, смотрите, поднялась тревога. Это за нового заключенного ведут, смотрите. Насколько я понял. А чё он не заходит в камеру? Смотрите. Бунт, бунт. О, вот это я понимаю. И нас теперь целая толпа, и мы без оружия, окей. Ха-ха-ха! Ребят, смотрите, прикол. Так, мы реально в цитадели. Вот драйвовый музончик, сейчас попробуем слинять. Начало уже прикольное. Ага, нам надо как-то попасть туда, да? Слава богу, они не числятся в моей команде. Так, еще камеры. Подпол? Окей. Блин, что-то не нравится мне это. Я думал, сейчас сгорю нафиг там. Блин, мне реально это не нравится, потому что непонятно вообще, куда идти. Вроде бы сюда. Так, мы все с автоматами. Ага, сюда что ли? Вообще шикарно, мне нравится. Вот такой еще музончик. Еще с такой толпой народа. Так, нам дали немножко передышечки. Ух, ё! Жесть! Мне что нравится, эти NPC не принадлежат моей команде, действуют сами, и причем довольно-таки круто. Охренеть, смотрите, куда мы вышли. Шикарно, просто шикарно. Ай, блин, не обязательно было по мне стрелять, я тут любуюсь, понимаешь? Блин, называется «Попробуй сбеги». Ай-яй-яй-яй-яй! Так, дробовичок. За мной тут никто не придет. А то ща эта хрень прикатится еще. Собственно, чё я сюда приперся-то? Угу. За мной прибежала братва. Может, они сейчас тут... разрулят. Ну да. Да, здравствуют скрипты. Опять у нас произошел переход на следующую карту. Посмотрим, что нам предложат. Йо!
Самое интересное, из моих никто до сих пор не умер. Они держатся молодцами. То есть, чувак постарался, модер, и наделил их своим личным отдельным интеллектом. Они, смотрите, как дерутся, я им, в принципе-то, вообще не нужен. Я им только мешаю. Так, что можно сказать про саму карту? Карта замечательная. Мы реально находимся в цитадели, смотрите, здесь эти советники. Все очень круто, и мы идем на лифт. Я вот нужен только кнопочки здесь запускать. Блин, очень круто, очень круто. Мы вниз едем. Я слышу, где-то тут сталкеры. На, шикарный. Шикарный модик. А, вон они, сталкеры. Блин, их тут целая куча. Блин, силовое поле. Ага. А, я должен поле, наверное, вырубить. Наверное, я должен поле вырубить. Давайте пойдем посмотрим. Охренел! Лишь бы нас еще сталкеры не грохнули здесь. Ай, блин, надо было сначала, наверное, зарядиться, а потом уже бежать. Смотрите, а здесь можно пройти? О, оказывается, можно. Прикольно. Едем дальше. Блин, вот это круто, мне нравится. Мне даже интересно, а куда же мы едем-то, а? Очень атмосферно. Блин, они у меня украли оружие. Я хотел подобрать, они у меня АВ-2 сперли. Суки такие, а? А мне оставили вот эту фигню. Да, модик немножко лагает. Блин, мне вот это нравится. Офигенски. Ой, там что-то светится. Тут, конечно, каша и... И все, по-моему, я один остался, да? Под эпичную музыку я должен разобраться. Я должен под эпичную музыку разобраться здесь со всеми. Вот это я понимаю, заруб. Ай, блин, а где гранаты? О, вот они. Так, а почему не берутся-то?
Блин, вот это трэш тут творится. Тут же надо еще успеть убить этого, блядь. Ребят, почему этой карте не дали первое место? Она шикарна. Так, нажмем мы сейв. У нас с ним получилась ничья. Да, очень классный мод. Все, мы его побили. Смотрите, все пооткрывалось. Что-то запусть портал какой-то сейчас запустится, наверное. Так вот, о чем я? Мы находимся где-то, гляньте, высоко-высоко над городом, типа. Но это явно финал, а что надо сделать? Ага, гляньте. Тут наши люди, мы должны тоже сюда зайти. Ух ты, это такие... Типа такие капсулы спасения. Ух ты. Прикольно, прикольно. Офигеть. Странно, почему этой карте дали третье место. Я бы ей, например, дал бы первое место из всех. Ну что ж, друзья, вот они у нас. Тройка победителей. У нас остается непройденными еще 13 карт, но их мы будем проходить, так сказать, по вашему желанию. Если вы захотите, пишите в комментариях. И, возможно, я сниму их прохождение. А на этом, ребят, всем огромное спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока.